Влад Соколовский ушел от успешного продюсера, решил сам пробиваться в шоу-бизе. Яна Рудковская уже ищет замену. Тем более, теперь она сама выращивает звезд. Подробности у Паши Мавриди. Презентация школы талантов имени Рудковской едва не сорвалась. Артистам пришлось петь на улице под сильным ливнем на скользкой сцене. Влад Соколовский на этом шоу Яны выступал первым, но в последний раз. После концерта Соколовский сразу уехал. То, что контракт с ним расторгнут, Яна не отрицает. Говорит, с Владом они расстались с друзьями. Сегодня меня порадовал Влад Соколовский. У него выключился звук. Выключилась фонограмма. Он пел только вживую. Теперь занять место Соколовского хотят сотни парней и девчонок. Борьба уже началась. Юные звезды за сценой репетируют, нервничают. Здесь, короче, за кулисами творится полная паника. Вот валяется никому не нужен сценарий, по которому явно кто-то специально топтался. Здесь готовятся к выступлению будущие Соколовские, Биланы и Пугачевы. Очевидный претендент на место Соколовского – Паша Артемов. Ему всего 13 лет. На парня у Рудковской большие планы. Возможно, Евровидение. Я все время хочу, чтобы было лучше, 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 лучше. И она орет на вас? Нет. Нет? Никогда. Сейчас бы он рассказал, что я на него кричу. Без жестоких методов знаменитость не вырастешь, уверены в шоу-бизе. Поэтому многочисленным мамочкам плевать, каким способом их ребенок станет звездой. Главное, что станет. Из вашего ребенка получится звезда? Я в этом не сомневаюсь. Он крутой у меня. Пока идут срочные поиски замены Соколовского, декретного отпуска у беременной Яны не предвидится. Мои врачи переживают, что я могу разрешиться прямо на работе. А младший сын мне сказал, когда ты на пенсию уйдешь? Единственный, кто не гонит Рудковского на пенсию, Дима Билан. Он как был, так и останется номером один в сердце знаменитой блондинки. Предложили свою кандидатуру на место Соколовского, но не прошли кастинг в 115-й раз. Паша Мавриди, Андрей Минкин, Ньюсблог, МТВ.